Давно не виделись, друзья. Мы приехали в Питер поиграть в пляжный волейбол. Погода в середине сентября просто отличная. Играют тоже все поездки девчонки. Мы решили вас порадовать. Вот бы нам-то такие условия, столько площадок. Круто. Тут крытая часть есть. Крытые корты, туалеты, души. Это в Питере находится Василий Островский остров. Кругом вода. Элитный район. О, Катю Валивач нашу объявили. Мы одну партию сыграли, попали с хардами, нас размотали. Ветерок небольшой есть сегодня. Началась игра, я вам решила показать питерскую тусовку, элиту. Нас, когда мы играем, нас снимать некому, а тут я могу поснимать. Возможно, кто-то узнает своих знакомых, посмотрит, как играют питерцы, возьмут азы на вооружение, фишки. Мы этим парам уже обоим проиграли. Та пара у нас оба левша, так что с ними играть вообще очень сложно. Смотрите, наслаждайтесь игрой, атмосферой, Питером, хорошей погодой. Напомню, что находимся мы в Питере, стадион «Динамо». Такая обстановка у нас. Многие, кто сыграл уже. Середина сентября, погода в Питере. Плюс 28 градусов. Ветерок был порывами, мы играли. Сейчас вообще ветра нет. Я неправильно поставил.
Я устал. Давай, давай. Давай, давай, как говорят в Турции, давай, давай. Волейболистом? Турки, давай, давай. Почему-то вертолет постоянно у нас тут кружит. Что-то проверяют, что-то контролируют. Солнце синее, это классно. Атмосфера тоже. Подача, как базука. Восемь два. Левши ведут. Надеюсь, они не обидятся. Рано ушла к сетке. Ох, красиво у него левша. В уголок у сетки постоянно ложит. 10-3. С плечом сделал. Удачно упал. Чё выехала? Не сдаются счет 9-17. Но левши ведут. Ну, я думаю, здесь все равно, все очевидно. Кто выиграет? 18-9.
чуть пощиплет их. 10-18. Я вам покажу еще колоритную пару. Хочется мне показать вот. Не знаю, Вьетнам или Китай это. Разбираюсь, но вот пара играет. Интересно. Так, атмосферу немножко пройду, покажу вам. Болельщики. Вау. Тут совсем молодые играют со взрослыми. Но тут с 14 лет можно играть, поэтому заявляются пары. Молодые набираются опыта. Вот мальчики играют 14 лет со взрослыми. Гоняют, гоняют взрослых. Молодцы. Давай мяча. Загнали. Сейчас покажу наших девчонок чайповецких, где у них уже, наверное, третья игра. Все так 16, по 8, 2 ряда. Пошли играть. Наша уже все. А, девчонок не успела показать. Вот наши девчонки. Ну все, снимать больше некому. Требуется добровольцы из числа болельщиков, зрителей, свободных футболистов на содействие. Да. Фёст. Снимаю фёст наших судей. Так вот. Судьи-то у нас. Ё-моё. Красавицы, спортсменки. Мы уже прощались, было когда светло еще днем, но мы все еще тут. Я решила девчонок поснимать, которые вышли в категории first. Удача на этой стороне девчонок. Все, один прием, один прием. Петрозаводска. Еще. Подача. Лидочка, играй. Ну вот, друзья, так мы провели наши спортивные волейбольные выходные в спортивном комплексе «Динамо» в кемпе на Неве в исторически известном городе, всеми нами любимом Санкт-Петербурге.
А мы с вами прощаемся. С вами была Наталья. Оставайтесь с нами и до новых встреч. Ведь с нами весело и интересно. Пока-пока!